Омер, увези его и дай ему выпить. Пусть развеется. Он уже несколько часов там сидит. Скоро вернется мастер Салих, и не дай бог, чтобы он выместил злобу на нем. Хорошо. Ильяс, вставай, брат. Это ведь не конец света. Все наладится. Давай выйдем. Подышим свежим воздухом. Ну, вставай, вставай, пойдем. Что нового, ребята? Все в порядке? Все нормально, мастер. Тахир, ты ведь не умеешь врать. Видно, что что-то не так. Выкладывайте. Я слушаю. Все равно вам дома все расскажут. Так уж лучше я скажу. Мастер, сегодня Ильяс был немного не в себе. Дома все вверх дном. А что это он не в себе? Мы же засватали девушку. Что еще надо? Тише, тише. Что я еще должен сделать, чтобы доказать ей, что я действительно люблю ее? Как мне поступить, чтобы убедить ее? Брат, она же в трудном положении. Кто знает, что ей дома наговорили? Да пойми же ты. Зла не хватает. Нет, брат, Ильяс прав. У девушки и так проблем выше крыши. Да еще это Хелин на ее голову. Слушай, какая же она ревнивая. А она что, не права? Интересная получается ситуация. И где же спортивная солидарность госпожи Хелин? Как только услышала про Сия, тут же переменилась в лице. Она теперь недовольна тем, что мы заснули. Но я знаю, как ее проучить. Я на полном серьезе. Я что, игрушка? Когда дело касается жизненно важных проблем, никто не может играть со мной в такие игры. Помнишь про встречу со спонсором? Утром проспал и опоздал. Какой еще спонсор? Мы вчера закрыли эту тему. Он при всех дал слово. При всех. Может быть, ты и закрыл эту тему, мастер. Но жизнь этого парня не игрушка. В конце концов, он трудился. Вложил столько сил. Трудился? Он трудился, заснув при этом? Как это мило. С таким человеком хлопот не оберешься. Мастер, так ведь этим дело не кончилось. Он потом с другой девушкой-спонсором разругался. И в этот самый момент пришла сестра Асия. Они повздорили. Она сказала, я за тебя не выйду замуж и все такое. Вот как? Почему? Почему? Потому что ты утверждал, что девушку надо засватать. Ну и? Ну и все поняли. Да и девушка видит состояние Ильяса. Говорит, я мешаю тебе осуществить свою мечту. Девушка говорит, так нельзя. Глупая девчонка. Если она не понимает, почему я так поступил, прости господи, пусть посмотрит на Ичу и представит свое будущее. Куда она денется? Выйдет замуж. В таком состоянии? Да что она может делать? Извини, конечно, но если захочет, можно сделать аборт. Это раньше вынужденно женились на девушке. А сейчас ведь времена другие. Нет, нет. У этой девушки две дороги. Или она выйдет замуж за Ильяса и родит ребенка, или же будет жить у себя дома и терпеть все унижения от брата. Да что вы понимаете, жизнь она такая. Вы получаете удовольствие от того, что не даете жить молодым. Свою жизнь погубил, а теперь отыгрывается на молодых. Брат, ты с ума сошел? Он ведь услышит. Не будь таким, как мы, сынок. Живи, как хочешь. Чтобы потом не стать маразматиком, врагом молодежи. Таким, как мы. Прошу тебя, не надо.